Добрый день, друзья! Приветствуем вас на канале Франц Студио. Сегодня у нас экскурсия бывшее аббатство. Это здание, которое построено в 12 веке до нашей эры. Вот тут раньше жили аббаты, монахи. И вот все, что от этого здания осталось. Главное, посмотрите, какие были стены, какой толщины. Это исторический монумент, охраняется государством на сегодняшний день. Сейчас я зайду в здание. Здание в развалины, чуть поближе. Покажу вам, что здесь. В развалинах только голые стены не остались. Возможно, здесь были какие-то комнаты. Видно, что здесь какие-то комнаты были все-таки. Сегодня только птицы. Сохранили для потомков какие-то надписи на стене. Год он написано. Возможно, здесь ночью включают лампы. Я вижу в землю встроены лампы, три лампы. Включают свет. Вот строили же в старину. Главное, не загажено, чисто. Вот такая экскурсия была, друзья. Так что подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Буду очень рад вам.
всем новым подписчикам. Все, здесь была табличка. Хочу вам показать ее тоже. Что было написано на этой табличке. Вот. Аббатство Нотр-Дам. Де Шатилье.